Открытые лекции в рамках системы повышения квалификации сотрудников публичных библиотек Москвы проходят в библиотеке имени Некрасова с 2010 года. За это время гости Некрасовки посетили 35 лекций, мастер-классов, ведущих специалистов федеральных и городских библиотек, профессоров столичных и региональных профильных вузов. Промежуточным итогом этой работы был посвящен круглый стол, состоявшийся 19 марта. Все мы понимаем, что реализация системы повышения квалификации, частью которой и являются наши открытые лекции, существенно влияют на ключевые вопросы работы и деятельности библиотеки. Это подбор и расстановка кадров, использование новых технологий в процессах внутрибиблиотечной работы, инновационных форм, применяемых в библиотечном обслуживании, качество библиотечных услуг, способность библиотеки действенно реагировать на меняющиеся обстоятельства. Повышение профессионального уровня сотрудников становится особенно важным в условиях расширения функций библиотеки и приходом в библиотеку специалистов из смежных областей. Сегодня в российских библиотеках, по данным ГИФЦа и по нашим небольшим таким мониторинговым исследованиям и нашей секции, и АПРИКТа, где-то более 70% библиотекарей страны – это специалисты без библиотечного образования. К нам приходят люди, филологи, историки, даже военные у нас встречаются, вы это прекрасно знаете. Люди очень разных специальностей. Я считаю, что это правильный путь развития такого кадрового потенциала сегодня наших библиотек. Но проблема сразу же очевидна и понятна, что не будучи библиотекарями, они сталкиваются со многими трудностями и в работе, и в своей профессиональной жизни. Так вот эти люди, пришедшие к нам, конечно, ну где они могут стать библиотекарями настоящими, как они могут все-таки почувствовать себя более комфортно и, главное, принести большую пользу? Конечно, в системе повышения квалификации. Как отметили эксперты, именно формат открытых лекций позволяет не только осветить множество актуальных вопросов современного библиотековедения, но и преподнести информацию сжато и доступно, по-новому рассказать о работе библиотек. Мы, библиотекари, говорим очень скучно. У нас есть свой внутренний профессиональный язык, которым мы общаемся. И наши попытки выйти за пределы этого языка обычно кончаются печально. Мне кажется, что популярное библиотековедение – заслуживает того, чтобы быть вот этим пробивным, что ли, ударной группой для выхода за пределы скучности библиотечного дела. Тематика лекции во многом определяется пожеланиями слушателей и включает в себя как узкоспециальные направления, например, разработку терминологии, так и информацию общепросветительского характера. В новом году гостей Некрасовки ждут лекции по искусствоведению, лингвистике, культурологии и другим дисциплинам. Открытые лекции в Некрасовке посетило уже более 2000 человек. Востребованы они и в региональных библиотеках. В режиме видеомоста, в обсуждениях и мастер-классах принимают участие специалисты библиотек городов России и стран ближнего зарубежья. Еще больше расширяет аудиторию интернет-трансляции на портале «Библиогород». Ирина Жихарева, Николай Михалевский, Библио ТВ.